Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на моем канале YouTube. Сегодня я подготовила вам тренировку для рук и для спины с гантелями. И нам не нужен какой-то большой вес, 2, 3, 4 килограмма. Нет, достаточно 0,5 или килограмма. А если у вас нет гантелей, то можно их заменить бутылочками с водой или с песком. Итак, мы садимся сейчас ровно, скрестив ноги перед собой. Если вам, например, неудобно сидеть, сидя, скрестив ноги, вы можете их вытянуть вперед, например, да? Или, например, сесть на какое-то возвышение, на блок, например, для йоги, или на какое-то возвышение твердое, чтобы вам было удобно и спина ваша держалась ровной. Итак, мы начнем. Наши гантели будут по бокам, в руках, ровная спина. Сделаем вдох. На выдохе уводим гантели в стороны, но слегка вперед. То есть не на линию с плечами и спиной, а чуть вперед. И обратите внимание, локти присогнуты. Вдох, на выдохе, наверх. Вдох вниз, выдох наверх. Ровная спина. Не забываем, что мы с вами стараемся держать всегда осанку, всегда красивую спину. Выдох. Вдох. Важный момент. Плечи не поднимаем, а оставляем опущенными вниз. Лопатки плотно прижаты к спине. Наши запястья не круглые, а ровные. Ровная, сильная, крепкая рука. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И 4 раза еще. Выдох. 3. Выдох. 2. Старайтесь не быстро делать упражнение, а наоборот распределять медленным темпом наверх и вниз, и еще наверх и вниз. Наверху останемся, согнем руки к плечам, вот наши гантели прям упираются в плечевые суставы, локти на уровне с плечами, выдох в стороны, согнем вдох, выдох в стороны, вдох, выдох. Вдох, верхний плечевой пояс должен чувствоваться хорошо. Если еще не почувствовали, почувствуйте в конце упражнения. Еще 4 раза. Вдох, плечи опущены, выдох. 3, выдох. 2, 1. И это еще не все. Руки в стороны. Стоп. Начинаем рисовать маленькие круги. Важные моменты. Продолжаем. Важный момент. Нижние ребра погружаем в живот. Не выпячиваем грудную клетку. Еще 4. 3, 2, 1, обратно рисуем, 4, 3, 2, 1, опускаем руки, вращаем плечами, стряхивая и немножко добавим. Мы с вами соединим первое упражнение со вторым. Разводим руки в стороны, согнем к плечам, выпрямляем, опускаем вниз. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Также можно это упражнение делать стоя, если вам неудобно сидеть или уже начинает чувствоваться спина некомфортно. Вставайте, можно делать упражнение стоя. Выдох, вдох, выдох. 4 осталось. Выдох, вдох, выдох. 3. Выдох, вдох, выдох. 2. Выдох, вдох, выдох. 1. Выдох, вдох, выдох. И наверх. Стоп. Снова рисуем круги. Маленькая амплитуда, но равномерно, одинаково. Двумя руками рисуем. 4. Плечи опущены. 3. Не поднимаем. 2. 1. Обратно. 4. 3. 2. 1. Опускаем вниз. Прекрасно. Мы с вами перейдем в положение на колени. Четырехугольник на коленях. И нам нужна одна гантель. Кисти рук под плечами. Ровная спина. Мы с вами остаемся с естественными прогибами в пояснице, в шейном, в грудном отделе. То есть наше положение тела, положение позвоночника нейтрально. Сделаем вдох. На выдохе подтянем гантель к себе вдоль тела. Опускаем вниз. Вдох. И на выдохе. И давайте еще подвинем гантель вперед и назад вверх. Вдох, выдох, вдох. И 10 раз. Выдох. 9, 8, 7,
двигается только рука, спина неподвижна. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, поднимаем гантель наверх, согнем руку в локте, сделаем здесь вдох и на выдохе выпрямляем. Вдох, работа на трицепс, выдох, вдох, выдох. Ровная спина, не забываем, выдох. Постарайтесь плечо, локоть держать на одном уровне, не опускать. Мы разгибаем руку в локте, двигая только предплечьем, да? Вдох, разгибаем, выдох. 4, 3, 2, 1, выпрямляем, стоп, ладонь наверх смотрит и пружинка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опускаем, меняем руку. Точно так же с другой. Если почувствовать хорошо, потянитесь вниз. Можно согнуть руку в локте, потянуть вниз, ладонью захватить плечо и лопатку. И подняться вверх. Исходное положение. У нас другая рука работает. Делаем вдох, рука вперед. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. 10. 10. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп, остаемся, сделайте вдох и на выдохе разгибаем руку в локте. Плечо неподвижно, как только вы подняли плечо, фиксируем рядышком с туловищем и выдох, разгибаем руку в локте, вдох, выдох, 10, выдох, 9, выдох, 8, выдох, 7, 6, 5, помним, что в плечах мы не провисаем, 4, шея длинная, 3, через макушку тянемся вперед, 2, 1, выпрямляем руку, стоп, ладонь смотрит вверх и пружина. 10, 9, 8, 7, как будто гантель мы хотим подбросить. 4, 3, 2, 1, откладываем гантель. Тянемся рукой вперед, согнем в локте, ладони назад к плечу, к лопатке. И поднимаемся наверх. Отлично. Мы с вами располагаемся лежа для следующего упражнения на живот. Опускаемся вниз тазом. Прижимаем грудную клетку так, чтобы нижние ребра у нас были точками опоры. Кости таза опора. Тыльная сторона стоп опора. Берем гантели. И здесь мы с вами гантель располагаем впереди себя. Руки согнуты в локтевых суставах, верхняя часть корпуса у нас приподнята. Взгляд вниз на коврик или на гантель. Делаем вдох на выдохе. Тянем гантель к себе, сгибая руку в локте. Вдох, возвращаем в исходное положение. Выдох, вторая рука. Вдох, выдох, вдох. Наше тело остается без движений. Оно фиксировано, неподвижно. Мы работаем с вами рукой. Двигаем плечевым, да, движение в плечевом суставе и лопатке. Но таз, туловище не перекатывается вправо-влево, оно остается стабильным. Выдох, вдох. Выдох, живот слегка подтянут. Вверх надавливайте лобковой костью на коврик. Выдох. И внимание, сейчас нам нужно поднять две руки. Давайте попробуем сначала без гантелей. На выдохе. Вдох вниз. Выдох, вдох вниз. Если гантели килограммовые, это, возможно, будет большой вес. Я не знаю вашей подготовки. Я не знаю, мужчина вы. Поэтому здесь нужно пробовать, если вам будет чувствоваться выдох поясница, вдох вниз.
Если будет чувствоваться поясница или какой-то дискомфорт, делайте без гантелей это упражнение. На выдохе мы сгибаем обе руки, вдох вниз. Не меняя положение тела, наши точки опоры остаются те же. Давите стопами в пол. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 3, выдох, 2, 1, выдох. Отлично. Опускаем гантели, без гантель. Руки назад и слегка пружиним, двигая лопатки ближе к позвоночнику, плечи уводим от шеи и ушей. И делаем 10, 9 пружин, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки, кисти под плечи, поднимаемся наверх, округляемся в спине, тянемся вверх грудным отделом, удлиняемся. Вдох. И на выдохе круглая спина. Еще один раз. Вдох. И круглая спина. Выдох. Садимся на пятки. Выпрямляемся в спине, вращаем плечами. Немножко растянем наши руки и плечи. Хорошо. Обнимаем себя за плечи, за лопатки, локти тянем вперед, да, то есть не к себе, а наоборот, вперед. И поменяйте руки. Хорошо. Руку подтягиваем вверх, удлиняем правую руку, согнем в локте, сохраняем ровную спину, ребра в себя и тянем локоть назад. На голову не давит локоть, постарайтесь слегка касаться, но не давить. Меняем. Отлично, и руки сзади в замке. Вдох, выдох, отпускаем. Еще вдох, выдох. И последний раз вдох, выдох. Поднимаем руки наверх и отпускаем вниз. На этом все. Спасибо вам за тренировку. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И впереди у нас еще много интересного. Пока!